Чё, ребятульки, решил скоптить мяско. Вот, из дичи, короче. А именно у нас получается это бобрятина. Вот. Вот такие вот кусочки. Короче, мои действия. Сейчас варю 1,5 часа примерно. С солью, с перцем. Потом достану это все дело. Покажу вам. Короче, друзья, 4 килограмма мяса. Вот здесь вот есть. Сейчас, короче, вот видите, я такую себе перечницу сделал. И сейчас, короче, сюда перца сыпем, короче. Примерно со столовую ложку где-то. Вот столько вот насыпаем. Все прям нормально. От души. Теперь все это чайником кипятка заливаем и ставим на газ плиту вариться. Будем в ведре варить. Все начинает закипать, все, ребятишки, вот так. Как-то так. Вот. Начинает бурбулить. Сейчас, ребятишки, сюда еще водички залью. Примерно вот, вот столько, чтоб мяско скрылось, и все. Этот запах дикого мяса. Обалденный, ребятки. Че, ребятки, сварилось мяско у меня, короче. Вот бульончик такой, классный. С таким это... осадочком. Мяско прямо это. Ну классно, жирный, бобрячий, короче, супчик. Сейчас с хлебушком буду. Мяско буду сейчас развешивать. Короче, ребятулечки, по непредвиденным обстоятельствам я передумал, короче, коптить бобрятину. Сварил, короче, 1,5 часа варил вот это все мясо. Короче, вывешивать начинаю на крючке, оно вот так все отваливается. Короче, ребятки, 1,5 часа это сильно до хера. Видите, мясо переварилось. Оно стало очень мягким. Но очень вкусным, ребятки. Вот видите, все отваливается. Ну, короче, посовещались и решили просто так съесть его. В подливчиках. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.